В Дагестане развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана. Напомним, что около 600 граждан не могут до сих пор попасть к себе домой в соседнюю республику из-за закрытия российско-азербайджанской границы. Подробнее расскажет Алина Багилова. Пункт временного размещения развернут в Дагестане сотрудниками МЧС для граждан Азербайджана. Они не могут вернуться на родину из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время несколько сотен граждан Азербайджана ждут открытия границы, а пока вынуждены искать временное жилье в Дербентском и Магарамкентском районах. Ранее людей временно размещали в мечетях, гостиницах, на базах отдыха, кого-то приютили жители сел. В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей соседнего государства, которые не могут попасть домой в связи с временным закрытием государственной границы. МЧС уже доставила из Махачкалы в Магарамкентский район оборудование для временного размещения. В работе задействовано около 30 специалистов. Автоколонна Главного управления МЧС России по Республике Дагестан доставит из Махачкалы в Магарамкентский район оборудование для пункта временного размещения вместимостью до 210 человек. Такое решение о развертывании пункта было принято после обращения главы Дагестана Владимира Васильева для оказания помощи иностранным гражданам в условиях действия пандемии.